Говорят, что люди в Тольятти стали равнодушными. Тяжелая, низкооплачиваемая работа. Пустая болтовня политиков. Коррупция во всех сферах власти. В таких условиях защищать свои права становится невозможным. Настоящий гражданин – это редкость. Я хочу гордиться своим городом, ездить по нормальным дорогам, жить в чистых подъездах, уважать представителей власти, а не презирать их. Вы этого хотите? Вы спрашиваете меня, как? Изо дня в день меняй себя сам, и люди начнут меняться вокруг тебя. Посмотри на город и начни менять его лучше. Ведро краски и азарт твоих друзей изменит облик твоего подъезда. А твои теплые ненужные вещи согреют детей в детских домах. Каждый день это подарок для тебя. Возможность реализации твоих планов. Начни город менять себя. И люди, окружающие тебя, начнут делать то же самое. Даже те, кто старше, будут брать у тебя пример. А дети? Дети будут учиться у тебя. Стань патриотом своей семьи, своего города, своей страны.